В Московской области волонтеры и сотрудники органов соцзащиты продолжают доставлять продукты одиноким пенсионерам и многодетным семьям. Эта адресная помощь организована по поручению губернатора Андрея Воробьева. С самого начала действия режима повышенной готовности и перехода людей на режим самоизоляции в помещении общественной палаты Ленинского городского округа практически ежедневно собираются продуктовые наборы для пенсионеров, многодетных семей, людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Наборы поставляются по личному указанию губернатора Подмосковья. Он передал нам 250 комплектов продуктовых наборов, которые сегодня будут развезены по всему Ленинскому округу. И в совхоз имени Ленина, и в Горки, и в Булатниково, и на Развилку, и в Володарку, и в Молоково. Ну, больше всех, конечно, в Видное. Коробки с наборами, которые волонтеры собирают сейчас, имеют особую наклейку, а внутрь вкладывается письмо от Андрея Воробьева. В нем он обращается к жителям муниципалитета со словами благодарности за соблюдение режима самоизоляции. Помимо продуктов, в наборы кладут и средства защиты. Масочка безразмерная. Фиксируем. Есть металлический зажим для носа. Классно. Эта планомерная работа ведется при участии представителей администрации городского округа, торгово-промышленной и общественной палат, Ленинского общества инвалидов, депутатского корпуса и волонтеров.